Всем привет! Сегодня я хочу выполнить один из запросов и снять видео о моей коллекции женских образов по наборам Dimensions, мои девчонки от Dimensions. Я выбрала все наборы, и оказалось, что примерно 1/3 моих запасов наборов Dimensions – это девушки. И я даже не представляла, что у меня такая коллекция. Поэтому вместе с вами, с огромным удовольствием, я просматриваю эти наборы. Ну и я надеюсь, вы повышиваете. Первый набор – это вот такая прекрасная юная девчонка с венком, с ромашками и с какими-то еще цветочками полевыми, с косичкой. Такая у нее красивая блузка, и очень хорошо она проработана. Пуговки здесь прошиваются настоящие. Очень красивый дизайн. Но вот в наборе, когда я его видела, я не придавала значения этому набору. Но когда увидела отшив, я влюбилась и не удержалась. Буквально я в какие-то дни очень быстро заказала себе этот набор. И рада, что он теперь есть в моих запасах. Размер дизайна 30x30 сантиметров. Это такой квадрат. Вышивается на аиде синего цвета, 14 каунта. Ниточки здесь цвета у нас спокойные, небольшое количество, всего на 2 планшетках. Ну и также здесь есть пуговки, настоящие обычные маленькие пуговки, которые пришиваются на блузку, но тоже создают какой-то шарм и свою красоту. Вот такой наборчик есть в моих запасах. Еще одна девчоночка. Для меня это девчонка, а не ангел. И когда я буду вышивать, я не буду вышивать эти крылышки. Мне нравится сама эта девочка, тоже со своим веночком. Волосы у нее такие красивые, платье интересное, цветы вокруг. Давно купила этот набор, все лишь лежит и ждет своей очереди. Размер работы 27x27 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта. Ну и, как я говорила, что я не буду вышивать эти крылышки, а на этом месте сбоку, наверное, вышью что-то из цветочков. Как-то подберу сама по схеме и вышью эту картинку. Милейшая разработка. Аида желтого цвета, 14 каунт. Две планшетки небольшие и, как вы видите, ниточки тоже здесь у нас их немного, но они яркие. Здесь и розовые, и сиреневые, и много зеленых, фиолетовые. Здесь палитра поярче. И когда я буду вышивать это, снова я заменю либо на лен, либо на линду, чтобы сделать еще более нежнее этот дизайн. А это у нас дух волка. Размер работы 28x36 сантиметров. Давно мечтала об этом дизайне, но оригинальный набор, конечно же, уже не найти. Поэтому у меня в сборке от фирмы Клубок Желаний. Благодаря девочкам у меня есть этот набор. Этот набор, этот дизайн, он отличается от стандартных разработок тем, что здесь не зашивается фон вокруг окошка. Окошко интересно разработано и дает нам перспективу посмотреть вдаль, какая природа находится вокруг. И, конечно же, привлекает внимание, я думаю, большинства. Ну и девушка, какая она красивая. Ну и вот это ярко-красное одеяло. Мечтаю начать вышивать этот набор. Давайте посмотрим обратную сторону. Аида кофейного цвета. Я люблю этот оттенок. Ну и, конечно же, очень яркие нитки, и их достаточно много. Много красных по объему, по количеству, черные, серые. Ну и других цветов не особо большое количество, но тоже присутствуют. Вот такой вот наборчик есть в моих запасах. Еще одна девчонка, ну, может быть, не совсем девчонка, называется Mother Earth, как бы Мать Земля. Вроде бы здесь у нас дух Земли, можно так сказать, но не ангел, нет крылышек, да, девушка, вокруг которой собрались все-все животные, и хищники, и травоядные, и рыбы, дельфины, птицы, все находятся в мирном сосуществовании. Интересный дизайн, размер его 56x43 сантиметра, очень такой большой. Это из стареньких, его уже не найти, и у меня не оригинальный набор, у меня сборка, но это оригинальные материалы, ниточки здесь GP Codes.
Давайте я вам покажу обратную сторону. Вот такие ниточки яркие. Их здесь много. Вышивка идет на основе Dove Grey. По-моему, это 16-й каунт, если я не ошибаюсь. Хотела приступить в этом году к вышивке этого набора, но как-то меня, мое внимание перетянули на себя другие дизайны. Но в любом случае, я буду его вышивать, может быть, не в этом году, но время придет и к этому дизайну. А это у нас уже Gold коллекция. Раньше на YouTube очень часто вышивали испанок от Dimensions, от Lucas, от других производителей. По-моему, и у Lanarta есть такие девушки. И я, как говорят, глазами наелась этих дизайнов, и мне уже было неинтересно покупать что-то и что-то вышивать. Но в какой-то момент, когда все проходит, насыщение, перенасыщение, опять возвращаешься к классике. И я удивилась, что я не обращала внимания на эту девушку, на этот дизайн. Очень красивая разработка, отшив просто великолепный. И цветы живые, и девушка очень нежная. Ну и, конечно же, этот шоколадный сложный фон, он играет большую роль, подчеркивает, создает особенную атмосферу. Размер работы 27 на 38 сантиметров. Работа большая, объемная, ниток здесь много. Это один из очень объемных наборов. Здесь у нас Аида кофейного цвета, мой любимый оттенок, две планшетки мы видим. И мы видим ниточек здесь совсем немного на обратной стороне, но внутри очень-очень много ниток. И этот набор, как я и сказала, он один из очень плотных наборов по объему и по весу. В пару к моей испанке у меня есть и душа розы. Для меня это парные дизайны. Мне кажется, вместе они будут хорошо смотреться, сочетаться. Размер почти такой же, но у души розы чуточку побольше размер. Здесь у нас 28 на 40 сантиметров. Великолепная разработка. Конечно, тот, кто увидит эту вышивку уже отшитую, да, не в наборе, а в отшиве, просто пройти мимо невозможно. Обязательно хочется иметь и себе в коллекцию эту работу, а еще лучше на стеночку уже вышитую, оформленную. Так и у меня случилось, когда увидела отшив, тоже не удержалась и приобрела этот набор. Чему очень рада, потому что сейчас, по-моему, он снят с производства, его не так-то просто найти, но у меня есть, и обязательно буду вышивать. Надеюсь, что эти две красавицы украсят мой дом и мой интерьер. И покажу обратную сторону. Здесь у нас сплошное богатство и роскошь. Все оттенки синего, зеленого, изумрудного, красный, розовый. Ну и все это вышивается у нас на Аиде 18 каунт используется. Ну и внутри также очень-очень много ниточек. Еще одна красавица, достаточно известная своим платком, красивым. Цветы, которые находятся вокруг нее, все это очень привлекает внимание, но красавица это известная своим платком, который выполняется, вот эти нити выполняются выкладной нитью. Здесь сложная работа, но вот этот элемент делает этот дизайн особенным. Ну и, конечно же, обилие французских узелков оживляет эту картину. Размер этой работы у нас 28 на 41 сантиметр, а она получается еще больше, чем душа розы. Вот как. Большая, интересная работа. Так, и вышивается на Аиде 18 каунта. Ниток здесь много. Мы видим и с обратной стороны, вот здесь цвета представлены на планшетке. Зеленые, красные, розовые, желтые, бежевые, все оттенки. Ну и, конечно же, внутри очень-очень много ниточек. Это тоже очень объемный набор по содержанию ниточек. Вот такая вот тоже красота у меня есть. Есть у меня и вот такие девчонки. Это, наверное, один из первых наборов Dimensions, которые я купила. Когда я увидела их в отшиве, влюбилась и
замечтала приобрести их в свою коллекцию. Тогда у меня не было коллекции, ничего не было, просто хотелось их купить и вышить. Я не знала, как делать покупки в интернете, немножко боялась, но когда решилась, сделала заказ, приобрела, по-моему, 3 наборчика с сайта 123stitch.com. Но вот, к сожалению, этот набор, который я покупала одним из первых, он до сих пор лежит и еще не вышит. Две девчонки в своих юбках-пачках, наверное, одевают пуанты. Возможно, у них тренировка, возможно, у них проба. Но дизайн пропитан солнцем, которое играет в этих пачках и в волосах этих малышек. Размер работы 27 на 35 сантиметров. А посмотрите на это богатство ниток. Какие здесь красивые оттенки. И синие, и фиолетовые, бордовые, насыщенные красные, коричневые. Очень большое разнообразие оттенков, как и на планшетках, так и внутри основы. А здесь у нас 18 каунт. И вот столько красивых ниточек. Ах, где бы найти время, чтобы все это вышить? А вот эта красавица из моих недавних покупок. Даже не мечтала ее заиметь в свою коллекцию. Случайно она попалась на сайте 123stitch.com в тот момент, когда я делала покупки. Наверное, это был один у них всего лишь набор, какой-то возврат, потому что набор был открыт. Ну, я купила по хорошей цене, поэтому этому очень рада. Размер работы 36 на 36 сантиметров квадрат. Отличие этой работы то, что фон вышивается в 5-6 сложений нити и создает действительно бархат, какую-то ткань, на которой сидит эта девушка и одевает пуанты. Дизайнеры мастерски передали, разработали вот эту юбку-пачку. Также есть креник, который добавляет блеска и шарма. И, конечно же, золотая цепочка, которая плетется из металлизированных ниточек. Все продумано до мелочей, до деталей. Девушка просто великолепна. Ее нужно видеть в отшиве, чтобы влюбиться раз и навсегда. С обратной стороны вот так, потому что набор был скрыт, и я уже сама упаковывала все ниточки. Здесь две планшетки. Основное количество ниток, конечно же, внутри. Это белая Аита 18 каунта. Ну и вы видите, какое здесь богатство. Также немножко видно креник и золотую ниточку. Есть у меня остатки от набора этой японской девушки. Очень мне нравится этот дизайн, я мечтаю его вышить. Журавли белые на ее халате, не халате, а кимоно, точнее, настолько волшебно переданы, и журавли, который улетает, такое впечатление, что он улетел с ее кимоно. Журавли также вот здесь внизу, в уголку, уточки, мандаринки. Настолько волшебный, прекрасный дизайн, лицо милое, доброе, и есть какая-то загадка в этой девушке. Круг, который здесь нарисован в этом дизайне, тоже создает гармонию. Ну, волшебный, загадочный, прекрасный. Нужно вышивать. Но у меня не набор, у меня остатки. И есть у меня набор, но он скрыт. И все это у меня находится в отдельной папке. Вот такая гейша. Тоже мне нравится эта девушка. Но японская невеста нравится больше. Но в любом случае, хотелось бы вышить их две. Здесь столько деталей, много бэкстича, все так интересно проработано. Но это классика-классика, они всегда будут интересны. И здесь тоже журавль, нужно вышивать этих красавиц. Размер работы 30 на 30 сантиметров. Вот такая у меня есть парочка девчоночек. Нужно вышивать. Ну и также из последних моих покупок это «Мамина радость». Великолепный, прекрасный дизайн, который представлен в круге. Я люблю дизайны в круге. Здесь много эмоций, радость, счастье, малыш такой прекрасный. Ну и, конечно же, цветы. Прекрасная цветовая гамма, мне здесь все нравится. Размер работы у нас 30 сантиметров, это в диаметре. Надеюсь, что я скоро начну вышивать эту работу. Я давно мечтала приобрести этот набор. Все как-то не получалось. Ну вот,
купила, нужно начинать, иначе будет лежать и ждать долго-долго своей очереди, а хочется видеть его вышитым и оформленным на моей стене. Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Здесь у нас вот такие ниточки всевозможных оттенков. Есть нитки и внутри, он тоже такой плотный набор. Есть много ниток. Ну и, как вы видите, здесь цвета представлены в основном зеленые, синие и немножко бежевые, желтые, такие спокойные цвета, оттенки. Вот такая у меня есть тоже красота. Мамина радость. А это жемчужина моей коллекции, потому что дизайн снят с производства и все реже-реже он встречается в магазинах, но мне удалось его приобрести. Я этому очень-очень рада. Дизайн красивый, дизайн очень хорошо проработан. Здесь мастера Dimensions постарались и не оставили без внимания ни одного элемента. Все очень тонко продумано. Называется у нас дизайн жемчужины Востока, это так. И размер 28×43 сантиметра. Достаточно большая работа. И здесь у нас не полная зашивка, но поверьте мне, детали здесь настолько кропотливые, что даже с неполной зашивкой здесь есть над чем поработать. Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Нитки, как вы видите, здесь яркие. Их немного, но очень много разных цветов. И у меня сборка 2016 года. Вот такой вот набор. Вот такая у меня коллекция девчонок от Dimensions. Я с огромным удовольствием порассматривала мои наборы, повспоминала их историю, как я их покупала, с какими мыслями, с каким настроением. Сейчас мне очень хочется что-то начать, но пока я себя сдерживаю. Какой ваш любимый набор или тот набор, который вам понравился больше всего? Очень интересно, пишите, посмотрим, какой набор наберет больше голосов. И в мою коллекцию, чего бы мне очень сильно хотелось, это девушку-испанку в круглом дизайне. Это не Gold коллекция, обычная коллекция. Вставлю картинку. И из Gold коллекции мне не хватает девчонки с цветком, которая в желтой шляпке. Тоже вставлю картинку. Очень мечтаю тоже приобрести и эти дизайны в мою коллекцию. Ну а больше всего мечтаю поскорее начать вышивать их и уже показывать вам готовые работы. Ну что, то, что есть у меня в моих запасах, это для меня большая радость. Пусть не все вышивается так быстро, как хотелось бы, но все равно это запасы и это наша радость. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч и всем пока-пока!